Вопросы реформирования Самрук-Казына сегодня обсудили на совещании с участием премьер-министра республики. Как отметил Алихан Смаилов, главная задача – повышение эффективности деятельности фонда и в то же время усиление прозрачности и наращивание контроля со стороны общественности. Свои предложения по модернизации структуры озвучили председатель правления Самрук-Казына, министр нацэкономики и руководители других госорганов. Алихан Смаилов поручил продолжить работу по проработке предлагаемых мер.